Дальше в этом домике появляется жилье, работа, жилье плюс работа. Ага. Дальше. Выбираете жилье. Дальше идет топ 2 тоже. Платное и бесплатное. Ага. Идете бесплатное. Хотите платное, там есть. Платное жилье. Нажимаете платное жилье, раскрывается база данных. Экселевский. Район, там что за жилье, какие условия, там, кому там, допустим, там, женщина, или я такая-то, наверное, не такой дом. Выбираете себе, что там, да? Понравилось, вопрос такой-то там себе ответ, такой-то. Потом в начале сайта, вот я переселенец, да, там есть напишите нам, нажимаете форму, фамилия, имя, отчество, вот такие вот хатынки.